А кто у нас? Я не знаю. А Гельчик? Понятия не имею. Его с Веселого еще никто не видел. Я у всех спрашивал, никто его не видел, никто его не знает. Он до нас не приезжает, не знаем даже, який он. Даже не знаем ее имя, ничего. На Верховном Совете у нас это самое. Шириповский депутат. Поверчук. У нас? Поверчук. Честно, Тимировска не знаю. Огурцов ли как? Огарчук, Дмитриев, Васильевич. Что-то забыла, вот этот молодой, который мы выбрали, как его? Нет, не интересуюсь, я не верю никаким депутатам. Нет, не знаю. А Бог его знает. Не знаю я на каких депутатов. Огарчук. Огарчук, Дмитрий. Забыла его, он же директор шерифа. Огарчук Дмитрий Васильевич. На официальном сайте Верховного Совета биографические данные депутата отсутствуют. Я вообще не видела его. Я не знаю. Я с ними не встречалась. Не знаю. Не видела. Никогда. Но он решал нам вопрос, помогал. Вот скамейки поставил, все это, что просили. Я писала ему, но ни ответа не получила по моему вопросу. За 15 лет, которые компания «Шериф» находится рядом с вами, мы постарались выполнить все взятые на себя обязательства и не словом, а делом доказывали и доказываем, что мы работаем для людей и на благо людей. Слова на ветер и никакого толку. Ни разу, вот после выборов еще ни разу не видели. Ни разу не видела его, не знаю, кто он такой. А до них обратись, они даже что-то помогают. У нас по улице попали. На дві вулиці депутат. Що він робить? Нічого. І за що його вибирають? Чи лише, щоб там в списку сидіти? Після виборів не виділи. Мы, как никто другой, знаем, чем живет село и его люди. В сегодняшних непростых экономических и политических условиях мы все должны объединиться и общими усилиями отстоять наше право жить и трудиться на своей земле. Ба-ба-бо!